Городские службы поднялись по тревоге. В 10 часов утра в единую дежурно-диспетчерскую службу Заречного поступил сигнал о взрыве на газораспределительном пункте в 18-м микрорайоне. Такова легенда учений в рамках городской штабной тренировки. По условиям вводной в здании газораспределительного пункта начался пожар. Есть пострадавшие. По Горгаз аварийно-ремонтная бригада прибыла своевременно, перекрыла магистраль, трубопровод, чтобы прекратить подачу газа в трубу. Соответственно, прибывшие следом за ними горэлектросеть аварийно-ремонтная бригада отключила освещение. После этого к работе приступили пожарные и сотрудники поисково-спасательного отряда Управления гражданской защиты. Огнеборцы проложили рукавные линии и начали тушить горящее здание. Тем временем спасатели нашли пострадавшего, эвакуировали его с места происшествия и передали медикам. Как сказал помощник директора Управления гражданской защиты Сергей Соколов, все службы экстренного реагирования с поставленной задачей справились. Силы постоянной готовности города приступили к штабной тренировке 26 октября в 7 часов 30 минут. Им предстоит принять участие в целом комплексе мероприятий. Отработка всех поступающих учебных сигналов и вводных как непосредственно городской комиссии, но это на основании всех полученных от вас донесений. Кроме этого, в ходе штабной тренировки у нас будет две учебных поставленных вводных, они до вас будут доведены, соответственно, вы их отработаете. Суть вводных пока держится в секрете. Штабная тренировка продлится 2 дня, ее итоги подведут 27 октября. Ксения Тризна, Вячеслав Юртаев, телерадио, компания «Заречный».